защити нас, о милосердный. Госпожа, 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 что же вы наделали? Олаф Всевышний, защити нас. Госпожа! Олаф, защити нас всех. Госпожа, почему во дворце стража? Они пришли искать золото Ибрагима Паши. О, Аллах, не лишай нас твоей помощи, на одного тебя уповаем. Рустема описывать нет нужды, натура его известна. Значит, он все рассказал повелителю. Видно, он это дело не оставит. Будет носом землю рыть, я уверен. Однако, он забывает одно. Он имеет дело, пусть и с почившим, но с Ибрагимом Пашой. А он был осторожным. Кто знает, где он спрятал золото. Я не думаю, что они его здесь найдут. Я за Хатидже переживаю. Как только узнала об обыске, сразу к повелителю поехала. Хатидже Султан в трудном положении. К тому же она совершает ошибки одну за другой. Вам следует быть крайне осторожной в общении с ней, госпожа, иначе вы сами можете пострадать. Что это вы такое говорите, Паша? Она моя сестра. Я должна быть рядом с ней. Видела, что с Хюрем Султан случилось? Ни с того, ни с сего упала. Такие ввалившиеся глаза. Видно, правду говорили. Хюрем Султан очень больна. Девушки, вы снова болтаете? Как вы только смеете обсуждать Хюрем Султан? С нашей госпожой все в порядке. Она просто простудилась. Если я еще раз подобную глупость услышу, сплетницу накажут фалакой. А ну по местам. Войдите. Повелитель, вы звали меня. Афифе Хатун, я разговаривал с Мехримах, она за мать переживает. Хюрем ведь поправилась. Почему же мне не сообщили, что ее болезнь вновь вернулась? Повелитель, госпожа лучше.
Но, к сожалению, болезнь все еще продолжает давать о себе знать. Сегодня госпожа лишилась чувств, но уже все хорошо. Госпожа сейчас отдыхает. Она очень ослабла из-за болезни. Почти ничего не ест. Афифехатун. Хюрем, сокровище. Окружи ее заботой. Сделай все для того, чтобы она поправилась. Как прикажете, повелитель. Есть еще кое-что. За Хатиджей приглядывай. Ее боль и злоба еще не остыли, и я не хочу неприятностей в гареме. Не волнуйтесь, повелитель. Можешь идти. Давайте скорее. Как сонные мухи. А ну, заканчивайте. Фахрия Калфа. В гареме что происходит? Там все обо мне болтают, да? Не волнуйтесь, госпожа. Кто посмеет нелестно о вас отзываться? Я поставила всех на место. Все спокойно. Фахрия Калфа, да благословит тебя Аллах. Если бы все здесь были так преданы мне, как ты. Хатиджа Султан еще нет? Госпожа еще не вернулась. Как же так? Госпожа увиделась с повелителем? Я не знаю. Госпожа не приходила. Как твои уроки музыки? Я, как и Хатиджа Султан, увлеклась скрипкой, папа. Но это так сложно. Приложив усердие, милая, ты справишься с любым делом, машалла. У тебя обязательно получится. Но и пренебрегать уроками религии не следует. Не переживайте. Разве это возможно, когда мама рядом? Бисмиллахиррахманиррахим. Я иду на заседание совета. Мама, разрешите мне вместе с папой поехать? Я хотела бы Михримах Султан навестить. Возвращайся скорей. Госпожа, я только что говорил с главой стражи. Поиски закончены, они покидают дворец. Мирджанага, и что в итоге? Они что-нибудь нашли? Нет, паша, ничего не нашли. Хм. Я же говорил вам, госпожа, покойный Ибрагим Паша был предусмотрителем. Один Аллах знает, где он спрятал золото. Вы все-таки проследите за этим, паша. Если что-нибудь узнаете, сообщите мне. Госпожа, Паша. Проходи, Нигер. Наверное, ты что-нибудь слышала? Ведь это дело с золотом твой муж Рустем Ага начал. Я ничего не знаю, госпожа. После последних событий он с подозрением ко мне относится. И все же будь настороже. Он меня к себе не подпускает, госпожа.
Не сегодня-завтра разведется. Он хотя же султан боится, а то бы уже развелся. Ты должна оставаться рядом, как его жена. Иначе сложно его контролировать. Что я могу сделать, госпожа? Одно его слово, я окажусь на улице. Не переживай, Нигер. Рустем не сможет развестись с тобой. Он ни за что не посмеет выступить против меня. Шахин Ага, ты хорошо запомнил то, что я сказал? Ради Аллаха, не допусти промаха. Наша госпожа особо предупредила об этом. Ради Хюрем Султан, я жизнью пожертвую, Ага. Да поможет нам всем Аллах Всемогущий. Я с самого утра весь в холодном поту. Клянусь, если обо всем станет известно, Хюрем Султан казнят, упаси Аллах. Паша Хазрет Лири. Паша. Что такое, Сюмбюляга? Что за переполох? Обычная будничная суматоха. Советовался кое о чем со старшим слугой. Паша. Я уже давно с мамой не виделась. Как не приду, она меня не принимает. Она только поправилась. Мама ведь очень осторожна. Она не допустит нас к себе, пока не выздоровеет. Ничего не понимаю. Мне кажется, здесь что-то не так. Не переживай. Случись что-то плохое, повелитель бы знал. Не так ли? Так, но... Исмахан идет. Шахзаде, госпожа. Здравствуй, Исмахан. Добрый день, Шахзаде. По дороге я Балибея встретила. Госпожа. Шахзаде. Повелитель. Говори. По вашему приказу в прежнем дворце Ибрагима Паши был произведен обыск. И что же? Увы, повелитель, золота не нашли. Но можно продолжить поиски в других владениях Ибрагима Паши. Скажите, когда его казнили, почему тогда вы не думали о законе? Где это видано? Убили во сне ничего не подозревающего человека. Позвали на ифтар, а потом из-под тишка лишили его жизни. Продолжайте, Паша. Найдите его, где бы оно ни было. Как прикажете, повелитель. Шахзаде, я знаю, вы сегодня будете кататься на лошади, поэтому и пришла. Раз так, пойдем. Мехримах, и ты иди с нами. Заодно прогуляешься. Вы идите, Шахзаде, я вернусь во дворец. Госпожа, как себя чувствует Хюрем Султан? Надеюсь, она здорова? Да, спасибо, что спросили. Особняк обставлен со вкусом, подобно европейским замкам. Там есть роскошные статуи, картины, канделябры. Сеньора Габриэла приняла нас наилучшим образом. Я кое-что узнал об этой женщине. Все говорят, что она упрямая и амбициозная. Кади Эфенди только причитает. Ей не просто Ташлы-Джалы. Она управляет в одиночку таким имуществом. Торговля – дело сложное. А уж особенно для женщины. Да? Шахзаде, командующий флотом Хызыр Хайреддин Паша пожаловал. Пусть войдет. Шахзаде Хазрет Лири. Хызыр Паша. Проходи, садись. Я приходил вчера вечером, Шахзаде. Но вас во дворце не было. Я уезжал.
Сеньора Габриэла принимала нас. Ташлы Джалы сказал, что ты знаешь ее семью. Когда-то я слышал о сеньоре Сфенце, ее муже. Он член одного знатного генуэзского семейства. Но произошло несчастье. Один из моих капитанов потопил его корабль. Она об этом мне не рассказывала. Это больно, Шахзаде. Наверное, не хотела вспоминать. Особняк сеньоры поблизости, госпожа? Я бы так не сказала. Она живет одна, госпожа. Ее сын на острове Хиос, но в услужении у нее много людей. Фидан, будь готова. Я позову ее сюда в подходящее время. Она нас хорошо приняла, нужно ответить ей достойно. Когда ты отправляешься? Несколько дней я буду здесь. Потом вернусь в Измир и продолжу путь. Тогда на пятничном приветствии будем вместе. А потом я навещу солдат, которые вернулись из похода. Пойдешь со мной? Это честь для меня. Прекрасно. Каков твой маршрут? Ты вернешься в столицу? На какое-то время останусь в море. Я ведь не могу без него. Там я дышу спокойно, чувствую себя свободным. Столичная жизнь совсем не по мне, вы же знаете. Несомненно, всем известна твоя натура. Однако, твое пребывание в столице важно. Повелитель в тебе очень нуждается. Из кончины Ибрагима Паши каждый старается извлечь свою выгоду. Все налетели, как стервятники, на добычу. А я с Паша... Уже десятки людей сместил с должностей и назначил новых. Шахзаде, на самом деле великий визирь неплохой человек. Не в Аясе Паше дело, Паша. Есть те, кто захочет воспользоваться его слабым характером. Конечно, вы правы, Шахзаде. Не сочтите за дерзость, но хочу вас предостеречь. Никто не должен знать, что вы думаете, тем более, что чувствуете. Потому что всегда найдутся те, кто захочет вырыть вам яму. Всегда. Не позволяйте им, Шахзаде. Спасибо, Паша. Госпожа. Мне лучше, Афифа Хатун. Что такое? Зачем пришла? Я виделась с повелителем, госпожа. Он очень беспокоится о вашем здоровье. Повелитель приказал сделать все возможное для того, чтобы вы как можно быстрее выздоровели. Госпожа! Что с вами? Плохо, Афифа Хатун, плохо мне. Немедленно позовите лекаря. Не нужно. Не нужно. Афифа Хатун. Знаешь, это не болезнь. На меня порчу навели. Колдовство. Салиха Хатун. Госпожа до сих пор не пришла? Нет, Гюльфем Султан. Аллах, Аллах. Где же она? Может быть, госпожа к Шах Султан поехала? Если хотите, я могу поехать. Не нужно. Она скоро придет. Займись делами. Все это выдумки, госпожа. Не принимайте это всерьез. Thank you.
Афиф-Хатун, я вижу кошмары. Я не могу заснуть. Хочу и не могу. Страшно. Я не различаю дня и ночи. Вы ослабли из-за этой болезни, госпожа. Вы не спите, и разум вас подводит. Уверена, если вы поспите, вам сразу лучше станет. Афиф-Хатун, я не могу спать. Если вам не станет легче, я с моим сыном Ехьё-Эфенди поговорю. Он обязательно поможет вам. Хорошая мысль, Афиф-Хатун. Немедленно сообщи ему. С вашего позволения. Афиф-Хатун, повелитель ничего еще не знает. Я не говорила ему про порчу, и ты ничего не говори. Если все станет известно, тогда непременно Хатиджи-Султан в этом обвинят. А я не хочу, чтобы она пострадала. Верное решение, госпожа. Госпожа, Гюльфэм-Хатун приехала. Зови. Надеюсь, ничего не случилось в такой час. Гюльфэм? Госпожа. Ты одна приехала, а Хатидже где? Как где, госпожа? Хатидже-Султан разве не здесь? Нет, она давно уехала. Должна была встретиться с повелителем. Я знаю, но когда я пошла к ней, ее не было. Я всех спрашивала, никто ее не видел. Госпожа, если позволите, я поеду во дворец и все выясню. Подготовьте мою карету, я тоже поеду. Как прикажете. О, Аллах, убереги нашу госпожу. О, Всевышний, куда же она поехала? Спокойно, Гюльфэм. Куда она может поехать? Наверняка где-то во дворце. Иншалла. Султан Хазретляри! Детей уведите. Госпожа, где мама? Почему ее нет? Ваша мама скоро придет. Идите к себе в комнаты. Когда ты последний раз видела госпожу? Я не видела ее с утра. Она направлялась к вам. А потом еще увиделась с повелителем. Гюльфэм, иди в покои султана, может, там что-нибудь знают. Мирчанага, скажи, что я велю немедленно обыскать весь гарем. Каждый угол нужно проверить. Хатидже-Султан необходимо найти. И пришли ко мне, Афиф-Хатун. Как прикажете, госпожа. Матушка, добро пожаловать. Рад вас видеть. Спасибо, сынок. Как у тебя дела? Здоров ли ты? В молитвах о вашем здоровье, мама. Что-то случилось? Вы обычно так поздно не приходите.
У меня мало времени, мне нужно вернуться. Хюрем Султан плоха. Здоровье ей. А что, болезнь вернулась? Болезнь прошла, слава Всевышнему. Но госпоже очень нехорошо. Госпожа. Они здесь? Здесь, госпожа моя. Шах-султан здесь, клянусь, она в гневе. Отдала приказ везде Хатиджа-султан искать. Гюльфем, я ходила к повелителю, но он был занят. Я спросила у стражников. Хатиджа Султан там была и ушла. Больше ее не видели. И рабыни ее нет. Если бы повелитель отослал ее, мы бы знали, да? Наверное. Мирджанага. Госпожа, мы все обыскали, но Хатиджа Султан нигде не нашли. Афифе Хатун где? Почему ее еще нет? Афифе Хатун покинула дворец, госпожа. Как покинула? Куда же она пошла? Хюрем Султан полагает, что на нее навели порчу. Порчу? Она говорит, что это черная магия. В последнее время она ничего не ест. Она очень слаба. Даже заснуть ни на минуту не может. Почему она уверена, что это порча? Как я только не пыталась ее успокоить, но переубедить ее никак невозможно. Поверила, и все тут. Сынок, нас она не слушает, но к тебе слушается. Я сделаю все, что смогу, мама. Но повелитель об этом ничего не знает. Госпожа не хочет, чтобы повелитель что-нибудь услышал. Вы правы, не стоит повелителю знать. Отдайте это госпоже, мама. Это поможет ей от бессонницы. Иншалла. Вскипятите и процедите. Нужно пить горячим. Да благословит тебя Аллах, сынок. Где Хатиджа, Хюрем? Госпожа, отвечай. Где Хатиджа? Госпожа, простите, но мне откуда знать? Почему вы меня спрашиваете? Должно быть, она у себя. Хюрем! Что ты сделала? Я не понимаю, о чем вы говорите. С госпожой что-то случилось? Вот ты мне и скажешь, Хюрем. Ты мне сейчас расскажешь, что с моей сестрой. Дорогу! Султан Сулейман хан Хазретлери! Что с вами такое? Что-то случилось? Повелитель, Хатиджа. Хатиджа пропала. Нигде не можем найти.
повелитель. Молкочеглу, хотя Джей нигде нет, и никто не знает, где она, ты должен ее немедленно найти. Как прикажете, повелитель. Госпожа, могу вас уверить, что я здесь совершенно ни при чем. Прошу вас, поверьте мне. Молись, чтобы так оно и было. Я надеюсь, что Хадиджа Султан не наложила на себя руки. Она ведь много раз хотела это сделать. Если с ней что-нибудь случилось, я с тебя спрошу, Хюрем. Ты поняла? Если ты причинила моей сестре зло, я сама вырву тебе сердце. Клянусь тебе. Госпожа. Будешь себя так вести, нас раскусит. Госпожа, простите, но мне страшно. Вы же понимаете, речь идет не о простом человеке. Малейшая ошибка, и мы потеряем наши головы. Тебе известно, что они сделали с Хатидже? Мне только что сказали. Хюрем Султан очень больна. Не думаю, что она имеет к этому отношение. Ты хоть понимаешь, что говоришь, Хатун? Как ты смеешь защищать Хюрем? Простите, госпожа, я... Наверняка они убили мою сестру и где-нибудь бросили. Потом скажут, что она покончила с собой. Узнай, что произошло. Немедленно. Сейчас рабыни нашей госпожи. Все рабыни нашей госпожи находятся в ее покоях, но самой близкой рабыни нет. Видимо, она вместе с госпожой. Когда мы начали поиски, ты сказал, что видел госпожу. Это правда. Она покинула дворец. Наверное, госпожа ушла из дворца после встречи с повелителем. Откуда ты знаешь, что она ушла? Ты видел ее? Лично я не видел, но во дворце ее нет. Скорее всего, она ушла. Балибей, вы хотели меня видеть? Проходи, Шахинага. Мы выясняем, куда пропала Хатиджа Султан. Говорят, что сегодня днем она приходила во дворец.
Верно, Балибей, приходила. Утверждают, что она покинула дворец после того, как увиделась с повелителем. Ты, как старший слуга, должен был видеть, как госпожа уходила из дворца. Я это видел. Карета госпожи отъехала от дворца после полудня. Подумай, ты уверен в этом? Все так и было. Я своими глазами это видел. Я послал за Фифе-Хатун. Почему ее еще нет? Я и сам не знаю, клянусь. Найдите ее немедленно. Да. И приведите ко мне. А еще допросите всех слуг во дворце. Наверняка кто-нибудь что-нибудь дослышал. Иншалла. Можете идти. Что скажешь, Насух эфенди? Что-то не так, Балибей. Надо найти госпожу как можно быстрее. Госпожа, я поговорила с сыном. Можете быть уверены, он сделает все, что в его силах. Хорошо. Это он передал вам. Нужно вскипятить и выпить. Тогда вы сможете хоть немного спокойно поспать. Ты вырастила очень достойного сына, Фифа-Хатун. Да благословит Аллах их Юфенди. Позвольте, я велю приготовить лекарство. Афиф-Хатун, скажи, тебе что-нибудь известно о Хатидже Султан? Что-то случилось? Неужели тебе неизвестно, что произошло? Шах Султан очень волнуется за свою сестру. Говорят, госпожа пропала. Фифа-Хатун, где ты была? Извините, госпожа, но я ездила к своему сыну Яхье-эфенди. В гареме переполох, а ты уехала к сыну, ничего не знаешь. Хатидже пропала. И никто не может сказать, куда она делась. Я только что услышала, госпожа. Но ты приходила и спрашивала Хатидже. Я нашла украшение, принадлежащее Хатидже Султан. Какое украшение? Я приходила, чтобы отдать его госпоже, но ее не было. И я подумала, что госпожа уже вернулась к вам. Властелин мира! Давали слово, что будете своей властью защищать Ибрагима. Однако вы нарушили слово. Это превращает вас из властелина в тирана. Вон, Хатидже, чтобы глаза мои тебя не видели. Где ты, Хатидже? Госпожа, лучше отдохните немного. Вы не спали целую ночь. Я не смогу заснуть, пока не увижу свою сестру. Одному Аллаху известно, где она сейчас. О, Всевышний, убереги ее от несчастий.
Не надо предаваться отчаянию. Повелитель велел искать везде. Поверьте, она найдется. Афифа Хатун. Простите, госпожа, но пока Хатидже Султан нет никаких известий. Что говорит старший слуга? Он мне ничего нового не сказал. Он видел только карету. Может, Хатидже Султан внутри не было? Ты говоришь так, как будто порядков не знаешь. Старший слуга не позволит выехать карете, пока не проверит, есть там кто или нет. Мы не знаем, говорит ли старший слуга правду. Простите, но Шахин Ага честный слуга. Он столько лет находится на службе, ему можно доверять? До сих пор он не совершил ни одной ошибки. Всякое в жизни бывает, Афифе Хатун. Я уже не могу сидеть и ждать новостей. А Хатидже до сих пор ничего не известно. Мне нет. Скорее, это тебе что-то известно. Повелитель. Что-то прояснилось? Ты нашел мою сестру? Мы нашли карету госпожи, но она была брошена на берегу реки Кеуитхане. Карета была пуста. Вы окрестности обыскали? Поиски в округе продолжаются. Мы осматриваемся очень тщательно. Найди ее, Малкочеглу. Во что бы то ни стало, найди и приведи ко мне. Обещаю, повелитель. Госпожа, в чем вы меня обвиняете? Вы думаете, я что-то знаю? Я в этом уверена. Только не надо говорить, что она покончила с собой. Вы этого добиваетесь? Хотите, чтобы все так считали? Достаточно. Перед вами не рабыня. Не смейте так говорить с мамой. Иди в свои покои, Михримах. Вы не смеете мне указывать, что делать. Я хорошо помню, что вы сделали с моей мамой. Она приказала мне молчать. Иначе вам пришлось бы отвечать перед повелителем. Михримах, ты что говоришь? Ты должна уйти. Немедленно. Нет, мама. Я не собираюсь уходить. Это ведь уже чересчур. Никто не смеет с вами так разговаривать. Госпожа! Хатидже? Моя милая сестра, я благодарю Аллаха за то, что ты жива. Повелитель. Я здесь. Здесь. Я рядом с тобой, сестра. Скажи, что случилось? Кто с тобой это сделал? Где эта змея? Кто? О ком ты? Хюрем. Где он?
чем ты, Хатидже? Почему ты спрашиваешь о Хюрем? Потому что это она сотворила такую... Нет. Мама этого сделать не могла. Госпожа, я только что говорил с Дюзгюном Агой. Он следил за Хатидже Султан, словно тень до самого дворца. Скажи, ты уверен, что Хатидже ничего не заметила? Я в этом абсолютно уверен. Он всю ночь шел по лесу, госпожа. Дюзгюн Ага готов был защитить Хатидже Султан от любой неприятности, что могла случиться. Хорошо. Передай вот это ему. Госпожа, Хатидже Султан все сейчас, конечно, рассказывает повелителю. Сюмбюль Ага, делай, что говорю. Так прикажете, госпожа. Ты понимаешь, что говоришь, Хатидже? Хюрем, мать моих пятерых детей. Свидетель, я говорю правду. После того, как мы с вами поговорили, мы встретились с ней на пути в ваши покои. Она была в ярости. Словно помешала. Она набросилась на меня. Начала избивать кулаками. Я потеряла сознание. Когда я очнулась, увидела, что я в лесу. Наверное, подумали, что... Я умерла. Слава Аллаху, я смогла добраться до дворца. С тобой рядом не было наложниц? Сейчас же найти рабыню Хатидже, она все видела. Повелитель, ее нигде нет. Она пропала. Наверняка ее убили. Хатидже... Это серьезное обвинение. Ты уверена, что это Хюрем сделал? Я же говорю вам, на меня напала она. Она хладнокровно избивала меня. Вы не видите, что она со мной сделала? Она чуть не убила меня. Повелитель, не верьте этому. Мама не могла этого сделать. Не могла. Повелитель! Пустите меня. Я убью эту змею своими руками. Успокойтесь, госпожа. Хатидже, тебе надо успокоиться. Посмотри на меня. Как я могу быть спокойна? Да, сохнут у нее руки. Надеюсь, Аллах ее покарает. Она пожалеет о том, что сделала. Хюрем сама подписала себе приговор. Ее ждет смерть. Она жизнью поплатится за такое страшное преступление. Хюрем перешла все границы. И кто же отдаст приказ о казни? Наш повелитель.
На этот раз ситуация другая, Хатиджи. Султан не может простить того, кто пролил кровь представителя султанской семьи. Это так, госпожа. Но я не могу понять, почему Хюрем Султан могла совершить смертельную ошибку. Я сама не понимаю. Скорее всего, она помешалась из-за этой порчи. Но она же могла убить госпожу. И после этого бросить ее в море, но она оставила их. Ты на чьей стороне? А? Что ты хочешь сказать? В нападении на вас много непонятного. Если она на вас напала, потому что вышла из себя, зачем она оставила вас в лесу? Ведь она знала, что вы вернетесь. Хюрем подумала, что госпожа мертва. Хатиджи, ты уверена, что рассказала нам все? Ты ничего не упустила и не напутала? Что? Неужели вы мне не верите? Конечно, верим. Хюрем. Сулейман, с Хатиджи Султана все в порядке? Я так испугалась, где она была? Мою сестру избили до полусмерти. Ее били, пока она не потеряла сознание. А затем эти негодяи бросили ее в лесу. Кто же на такое осмелился? Ты ведь знаешь, какое наказание грозит за такой поступок? Разумеется. Кто бы это ни был, он должен быть немедленно казнен. Да, Хюрем. Она мне сказала, что это сделала ты. Сулейман, только не говори, что ты этому поверил. Нет, Сулейман, мне больно слышать такое от тебя. Ты не можешь верить словам человека, который еще недавно хотел меня убить. Разве не потому ты отправил ее в Манису? Хатиджа в ужасном состоянии. Кто-то обошелся с ней очень жестоко. Сулейман, ты знаешь, я больна уже несколько дней. Вчера я упала в обморок во дворике. У меня нет сил сделать несколько шагов, не то чтобы избить кого-то. Можешь рассердиться на меня, но мне кажется, что это она все сама подстроила. О чем ты? Всем известно, что Хатиджи нездорова. Смириться со смертью Ибрагима Паши она не смогла. И по-прежнему она считает виноватой меня. Слава Всевышнему, госпожа вернулась во дворец живой. Иначе мы все могли бы лишиться головы. Что произошло? Вам удалось узнать? Нет. Повелитель сейчас пошел в гарем. Скоро все прояснится. Войдите. Господин, нашли Калфу Хатидже Султан. Где она теперь? Ждет за дверью. Впустите ее. Рассказывай, что произошло. Говори. Она рассказала еще что-нибудь? Нет, повелитель. Ей очень плохо. Она не в состоянии говорить. Я так расстроена. Мне страшно представить, что ей пришлось пережить. Скажи мне, Шах-Хубан, Хатиджа говорит правду? Я уже не знаю, кому и чему верить, повелитель. Но вы сами ее видели. По-моему, в таком состоянии лгать просто невозможно. Да. Повелитель. Госпожа, есть кое-что, что вы должны знать.
Говори. Янычары нашли рабыню Хатидже Султан. Она за дверью. Пусть войдет. Проходи сюда. Рассказывай. Повелитель, когда к вам приходила Хатидже Султан, я ее сопровождала. Говори, что случилось потом. Когда она от вас вышла, мы покинули дворец. Я подумала, что мы поедем во дворец Шах-Султан. Но карету остановили в каком-то глухом месте. Затем мне дали очень много золота и сказали, что я свободна. Сказали, что ты свободна? Мне велели вернуться на родину, повелитель. И я отправилась в порт. Я уже собиралась сесть на корабль, но янычары поймали меня. Простите, повелитель, я всего лишь рабыня. Я сделала то, что мне сказали. Молоко Чеглу. Действительно, ее поймали в порту. Мы обнаружили золото. Оно было в кошельке с именем Хатидже Султан. Госпожа, попейте. Ну что? Скажи, что решил повелитель. Он намерен казнить Хюрем. Хатидже, когда ты вернулась, твоя рабыня была с тобой? Да. Но бедняжку, скорее всего, убили. Она жива и здорова. А? Твоя рабыня только что рассказала, что произошло. Она сказала, что когда вы возвращались, ты дала ей золото и высадила из кареты. А потом ты приказала ей вернуться на родину. Я приказала. Нигер права. Хюрем все тщательно продумала. Старший слуга сказал, что видел, как ты выходила. Потом твоя карета была найдена брошенной на дороге. Теперь задержали твою рабыню, которая пыталась бежать. Я знала, что будет так. Хюрем Султан снова удалось выйти сухой из воды. Повелитель поверил в это? Его очень беспокоит твое состояние. Ведь еще недавно ты хотела убить Хюрем. Хатидже. Хатидже, успокойся и ляг на место. Я воздам ей по заслугам. Хватит, ты ничего не сделаешь. Госпожа, прошу вас, успокойтесь. Мне было непросто убедить повелителя, чтобы ты осталась со мной и пришла в себя. Пришла в себя. Он думает, я сумасшедшая. Да? И не только он. Все вы так думаете. Вы мне не верите. Конечно, верим. Но я совершенно уверена, что Хюрем всех купила. К тому же все знают, что было раньше. Повелитель просто не мог подумать ничего другого. Даже если бы она набросилась на меня у него на глазах, ничего бы не изменилось. Я всегда виновата. Аллах, до чего же мы дожили? Если бы покойная Валиде видела меня сейчас, то сгорела бы от стыда.
Хатидже. Сестра. Да? Шехзаде Хазретляри, сеньора Габриэла Сфенса де Фео пожаловала. Проси. Шехзаде. Сеньора, в чем причина внезапного визита? Простите, Шехзаде. Я не хотела вас тревожить, но у меня важное дело, о котором вам необходимо знать. Мой корабль сожгли. На корабле было очень много товара. Это большой ущерб. Вы подозреваете кого-нибудь? Нет, Шехзаде. Сказали, что это был несчастный случай. Но я уверена, что это был поджог. Что же мне теперь делать? Я осталась без корабля. Успокойтесь. Присаживайтесь. Да. Простите, Шехзаде, я думал, вы один. Подожди. Сгорел корабль сеньора Габриэлы. Или его подожгли. Надо с этим разобраться. Как прикажете, Шехзаде. Госпожа. Для вас письмо. Оно от Фахрие Хатун. Кто такая Фахрие Хатун, госпожа? Диана. Моя госпожа Махидевран Султан. Я жду, чтобы исполнить свое поручение. Но Шах Султан не хочет этого. Неизвестно, сколько еще придется ждать. Госпожа, если вы позволите, я бы хотела вернуться в Манису. И как когда-то преданно и честно служить вам. Вы говорили, что ваш супруг, сеньор Сфенса, погиб в результате несчастного случая. Не так ли? Я слышал, его корабль был потоплен. Да, Шехзаде. Это было нападение пиратов. Я... С тех пор прошло уже много лет. Да покоится он с миром. Такое случается, когда занимаешься торговлей в открытом море. Я знаю. Но та трагедия унесла жизнь не только сеньора Сфенса. Сестра моя тоже тогда погибла. Она была еще ребенком. Ее звали Лукреция. Муж забрал ее из Генуи. Хотел отвезти на Хиус. Простите, я доставляю вам столько беспокойства. Ничего. Мне жаль, что я заставил вас вспоминать об этом. Сеньора. Госпожа. Матушка. Что такое? Похоже, что-то случилось. У сеньора Габриэлы сожгли корабль. И сеньора пришла об этом сообщить. О, Аллах, сочувствую вам, сеньора. Вы так добры. Шехзаде, мне уже пора идти. Да хранит вас Господь. Шехзаде, госпожа. Хорошо ли, что она так часто приходит во дворец? Да еще и без моего ведома. Я думала, она вам нравится. Это правда.
Я только не хочу, чтобы об этом узнали в гареме. Нет ничего хорошего, если рабыни начнут это обсуждать. Мама, вы сами привели ее в гарем. Я только стараюсь ее поддерживать, и больше ничего. Хатидже, зачем ты встала? Тебе надо отдыхать. Прошу тебя. Что вчера случилось? Скажи, солдаты нашли золото? Почему ты спрашиваешь? Отвечай мне. Они нашли? Ничего не нашли. Неизвестно, есть оно или нет. Пойдем со мной. Хатидже, что происходит? Хатидже! Объясни мне, что это значит, Хатидже. Отодвинь корзины. Хатидже, ведь это... Ибрагим хранил сокровища здесь. Все золото, все драгоценности. Теперь ты все знаешь. Сулейман. Господин моего сердца, ты не представляешь, как я счастлива, что ты смог поверить мне. Хатидже в плохом состоянии. Шахубан сделает все, чтобы облегчить ее страдания. Надеюсь, ей это удастся. Тоже тревожит ее состояние. Все очень огорчены из-за ее болезни, особенно ты. Моя Хатидже меня ненавидит. Смотрит на меня со злобой. Она во всем винит меня. Сулейман, она же твоя сестра. Она не может тебя ненавидеть. Она тебе не враг. Время лечит, заставляет забыть. И она сможет, сможет однажды забыть все. А я, Хюрем, мне как все забыть? Откуда ты узнала, что золото здесь? С самого начала все знала.
Ибрагим от меня ничего не скрывал. Это все принадлежит мне. Мне и моим детям. Хатидже, ты должна понимать, что все эти богатства надо передать в казну. Нельзя оставлять их здесь. Нет. Я ничего не отдам. Я собираюсь отомстить за Ибрагима с помощью этого золота. Понимаешь меня? Хюрем мне за все ответит. Ее слуги сделают все, я их куплю. Дай мне слово, что ты никому не расскажешь об этом. Шехзаде Хазретлери, для меня честь принимать вас. Я к вам ненадолго, сеньора. Как будет вам угодно, Шехзаде. Прошу, проходите. Я расследовал дело с пожаром. Как вы предполагали, это не был несчастный случай. Выяснилось, что за этим стоят венецианцы. Кто мог это сделать? Вы сами не знаете, сеньора? Скажите, у вас есть враги? Вообще-то врагов у меня нет. Это сделали венецианцы, правда? Да, я уверен. Есть доказательства. Я надеюсь, что они возместят мне все убытки, Шехзаде. Я права? Вряд ли. Но расследование продолжается. И виновные за все ответят. Разве вы уже уходите, Шахзаде? Я надеюсь, что вы окажете мне честь и навестите меня еще раз. Госпожа, Шахзаде Хазретлери еще не вернулся. Его нет? И где он? Это неизвестно, госпожа. Он уехал вместе с Яхьойбеем. Сообщите, когда он вернется. Мне любопытно узнать про гарем Шахзаде. Про него столько рассказывают. Говорят, это волшебный мир. Конечно, я не видела всех женщин, но те, кого я видела, очень красивые. Не верите всему, что говорят. Должна вам признаться, я хотела бы больше о вас узнать, Шахзаде. Вокруг так много красивых женщин, и все они как могут стараются вам понравиться. Как Айше Хатун с этим мириться? Я бы не смогла. Любовь делить очень сложно. Ваш супруг, сеньор Сфенца, тоже был окружен женщинами. Говорят, именно поэтому вы и ранили его кинжалом. Вы уже столько обо мне знаете, Шахзаде. Но многого вы еще не знаете. Не сомневаюсь. Великолепная картина. Да, чудесная. Это венецианский художник. Знаю. Тициан Вичеллио. У моего брата есть его работа. Портрет Джулии Гонзага, которая славится своей красотой. Я ее видела. Она не так красива, как говорят. Что касается случая с кинжалом, Шахзаде... Я ревнива, это правда. Если мне кто-то нравится, он должен принадлежать только мне.
Хюрем. Сулейман! Все в порядке? Это был кошмар. Кошмар. Казаскер Эфенди, вы довольны своей новой должностью? Надеюсь, у вас нет жалоб. Я своим положением доволен, паша Хазретлери. Особенно обрадовались таким делам цветы в моем саду. Ведь теперь я могу уделять им больше времени. Стамбульский кадий нуждается в вашей помощи. Вас трудно заменить. Вы можете не беспокоиться, паша Хазретлери. Я буду помогать. Великий визирь Хазретлери. Долго еще здесь будешь, Рустам-паша? Когда ты собираешься вернуться в Диярбекир? Я должен пока остаться здесь, паша. Есть вопросы, которые надо срочно решать. Речь идет о золоте Ибрагима паши. Насколько я знаю, его до сих пор не нашли. Дорогу! Султан Сулейман хан Хазретлери! Госпожа. Здравствуй, Балибей. Госпожа. Чем я могу вам служить? Я знаю, что обо мне наговорила моя рабыня. Ты тоже ей поверил? Истина, какой бы она ни была, рано или поздно выйдет наружу, госпожа. Не переживайте. Покойный всегда хорошо о тебе отзывался. Он полностью тебе доверял. Да покоится он с миром. Аминь. Я буду с тобой откровенна, Балибей. Твоя должность предполагает особое доверие повелителя. Этого достаточно, чтобы Хюрем считала тебя врагом. Никогда не доверяй ей. Берегись ее интриг и оберегай от клеветы и коварства нашего повелителя. Не сомневайтесь. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы защитить повелителя. Не беспокойтесь, госпожа. Повелитель, имущество покойного Ибрагима Паши рассортировано. Но места для всего не хватает. Если вы позволите, можно кое-что из этого продать. Мы ждем вашего решения. Вы можете продать все, кроме самых ценных вещей, Казаскер Эфенди. Все будет исполнено, как вы повелели. Вы что-нибудь узнали о пропавшем золоте и драгоценностях? Поиски продолжаются, повелитель. Эти богатства, учитывая, что недавно завершился поход, обязательно должны быть переданы в казну. Нас это очень выручит. Найдите их обязательно. Лютфи паша, какие новости от Хайреддина паши? Повелитель, с вашего разрешения. Хазыр Хайреддин паша завоевал большую часть Кикладских и Спарадских островов, повелитель. Хорошо. Все острова в Средиземном море должны быть в наших руках. Пусть продолжает поход. А я с паша
Надо обеспечить Харидину Паше поддержку. Как прикажете, повелитель. Но удержать под контролем такие маленькие острова сложно. После того, как мы захватим все острова, их надо собрать в один санджак, Паша. А во главе его нужно поставить преданного нам Санджак-Бе или герцога Наксоса Джованни, конечно, если он подчинится. Пусть герцог Наксоса послушает османскому государству, он будет поставщиком дани. Я склоняюсь в почтении перед вашей мудростью, повелитель. Предстоящей весной Средиземноморье уже будет нашим, иншалла. Мы вышвырнем из этого района всех неверных, которые оказали нам сопротивление на острове Корфу. Мы закончили, можете идти. Повелитель, есть необходимость обсудить еще один вопрос. Говори. Некоторых очень ценных османских губернаторов сняли с должностей, повелитель. Это может вызвать серьезное недовольство. А я спаша. Повелитель, люди, о которых идет речь, перестали слушаться приказов после смерти Ибрагима Паши. Некоторые из них даже попытались действовать самостоятельно. Именно поэтому я снял их с должностей. Почему мне об этом ничего не сообщили? Как раз сегодня я хотел доложить вам о каждом из них. Балибей! Госпожа. Вы уходите? Да, госпожа. Я пришла к Исмахан. А вы что здесь делаете? Я приходил к Лютфи Паше, но его нет дома. Разумеется. Госпожа, может быть, я перед вами провинился? Нет. Вы ничего не сделали. Я, как и раньше, хорошо к вам отношусь. Вы можете спокойно выполнять свои обязанности. Простите, госпожа. Но я не понимаю, о чем вы говорите. Я говорю о письме, которое вы написали. Кажется, вы уже забыли о нем. Здесь какая-то ошибка, госпожа. Я никогда не писал вам писем. Как это не писали? Письмо у меня в покоях. Мне надо на него взглянуть. Это письмо не мое. Но как же так? Ведь я послала вам письмо. А потом мне принесли от вас ответ. Кто-то оставил его в моих покоях. Уверяю вас, госпожа, я не видел письма. И сам вам ничего не писал. Похоже, что кто-то другой его написал. В покоях Хюрем Султан нужно сменить благовония Фахрия Калфа. Возьми в моей комнате новые. Возьму попозже. Как знаешь. Не сделаешь, сама будешь оправдываться перед Хатидже Султан. Фахрия Калфа. Что от тебя требовала эта несчастная? Хм. Разве она может от меня что-нибудь требовать? Я остановила ее. Хотела кое-что выяснить. Что ты хотела выяснить? Она странно себя ведет. Слишком много крутится около покоев Хюрем Султан. А, это плохо. Не волнуйся. Я не позволю. У нее ничего не выйдет. Я прошу тебя, будь очень осторожна. Ведь она служит Хатидже Султан, поэтому везде сует нос. Ступай.
Яхья эфенди, я благодарю вас. Вы дали лекарство, которое мне очень помогло. Я наконец-то спала спокойно. Надо принимать его каждый раз перед сном, госпожа. Я поняла. Но прошлой ночью оно мне не помогло. Ночью на меня будто черная туча опускается. Она заполняет все. У нее словно есть руки. И она меня душит. Когда мы переживаем тяжелые времена, такие кошмары бывают, госпожа. Но ночные кошмары — это еще не все. Мне и днем очень плохо. На стенах за каждой шторой я вижу пугающие тени. Прошу, сделай что-нибудь. Мне нужна твоя помощь. Яхья эфенди, умоляю тебя, спаси меня от этой магии. Магия — это проделки шайтана. Ислам запрещает верить в это. А тот, кто занимается магией, попадет в ад. В священном Коране, бисмилляхи рахмани рахим, говорится, сказал Муса, неужели вы говорите так об истине, когда она пришла к вам? Разве колдовство это? Не будут счастливы колдующие вовеки. Позвольте, госпожа, дать вам совет. Ваша жизнь принадлежит Аллаху. Положитесь на его милость, попросите у него помощи. Яхья эфенди, что я могу сделать? Скажите, чтобы в ваших покоях читали Коран. Вы обретете душевное равновесие, в комнате воцарится покой. Афифе поможет вам найти хорошего хафиза, который будет читать Коран. Я все сделаю. Спасибо. И еще, если вас мучают кошмары, читайте суры Аль-Фатиха, Аль-Ихлас, Ан-Нас, Аят Аль-Курси и другие. Постоянно читайте. И просите помощи у Аллаха, да хранит вас Всевышний от разных бед и зла. Аминь. Аминь. Здравствуй, эфенди. Здравствуй, Хатун. Этот лоботряс, что зовется твоим сыном дома? Давно уже. Он отдыхает у себя в комнате. Ахмед! Ахмед! Что случилось? Что ты кричишь? Опять он что-то натворил. Слушай, отец. Сегодня я виделся с великим визирем. Я сообщил ему, что хочу перевести тебя в Бурсу, и он со мной согласился. Готовься. Скоро ты уедешь. Я не хочу. Зачем это понадобилось? Я доволен той работой, которая у меня здесь. Ты, возможно, доволен той работой, которая у тебя есть. Но, может, ты спросишь у меня, доволен ли я? Что он будет там делать один, эфенди? Не волнуйся, там у меня есть хороший знакомый Хасан эфенди. Он остановится у него. Если я не смог сделать из тебя человека, то это сделает он. Отец, я никуда не поеду. А твое мнение кто-то спрашивал? Если я говорю, что ты поедешь, значит, ты едешь. Всякой нечисти. Глаза бы мои это не видели. Помоги мне, Аллах, спаси и сохрани.
Госпожа. Вот это письмо. Кто же мог его написать? Его написал тот, кому в руки попало ваше письмо, госпожа. Ага положил его на подставку для книг. Что такое? Что ты здесь делаешь? Что-то не так? Нет, госпожа. Я возьму это письмо. Я собираюсь выяснить, кто его написал. Хорошо. Я не хочу, чтобы о вас пошли слухи. Этого нельзя допустить ради вашей безопасности. Доброе утро, мама. Доброе утро, сынок. Ты в хорошем настроении. Я к тебе вчера заходила. Но тебя не было. Ты вернулся поздно? Да. Я еле дождалась утра. Где ты так поздно был, Мустафа? Мы с Ташлы Джалы гуляли. Сеньора. Что, Антуан? Сеньор Бенито здесь. Сеньора Габриэлла. Разрешите мне сказать, что вы, как всегда, прекрасны. Извините, я вас сегодня не ждала. Я пришел вас поздравить. Я слышал, что вам удалось наладить отношения с шехзаде Мустафой. Вчера он даже был у вас в гостях. Это вы сожгли мой корабль. Уверен, что для вас это даже хорошо. Вы нас поддержите, а мы вас. Я у вас прошу только одного. Сестра Лукреция, вы должны мне сказать, где она. Я уверяю вас, сеньора. Вы скоро это узнаете. Афифа Хатун, я хочу, чтобы завтра утром начали читать Коран. Сделай все, что для этого нужно. Как прикажете, госпожа. Госпожа. Что случилось, Мюляга, говори. Госпожа, я нашел того, кто наслал на вас порчу. Спаси нас, Аллах. Какое несчастье. Ты ведешь себя неосторожно. У меня не было другого выхода. Когда я с ней разговаривала, Сюмбюляга увидел нас издали. Он слышал ваш разговор? Не думаю. Когда он подошел, мы разошлись. Мне эта женщина никогда не нравилась. Она тебе не нравилась, и ты ее убила? Сюмбюляга ее заподозрил. Я видела, как он выходил из ее комнаты. Я думаю, он что-то нашел. Ее необходимо было убить. Ведь она могла всех нас выдать. Я боюсь, что госпожам не понравится то, что ты натворила. Тебе затаиться нужно. Ничего не делай. Без моего ведома не смей ничего предпринимать. Я обыскал ее комнату, госпожа. Узлы из веревок, мыло и какие-то иглы. Клянусь, я даже в руки это взять побоялся. Ты кому-нибудь еще об этом говорил? Нет, госпожа, мне такое в голову не пришло, я вас ждал. О, Фахрия Калфа об этом знает. Ей самой эта женщина казалась подозрительной. Я видел, как она ее допрашивала. Сказала, что та вертится вокруг ваших покоев. Поэтому я пошел в ее комнату, чтобы узнать, что она скрывает.
Вот как Фахриехатун. Госпожа. Я теперь знаю, что среди нас есть подлый предатель. Это Фахрие. Yemin ederim!